Третьей фигурой, важной для нас, является Каспалет Улагай, которого часто путают с Сергеем Улагаем. Это такой был активный деятель белогвардейского движения. Но это разные люди, очень-очень-очень дальние родственники. Каспалет Улагай – лесничий ревизор по гражданской линии, коллежский советник, который вот с 1890 по 1905 год построил свою карьеру в екатериндарском лесничестве, дорос до второй должности по статусу в этом лесничестве, который с 1893 года являлся заведующим князем Михаила в Вардане его угодьями, поскольку ходил с ним на охоту с тех пор каждый год, на кубанские вот эти охоты знаменитые, каждый год в качестве охотника и проводника. В 17 году он состоял в чине коллежского советника. Вот в апреле 17 года при Кубанской Раде получил должность заведующего закупочным продовольственным районом в городе Екатериндаре по всей Кубани. Ну, то есть он отвечал за снабжение питанием города и области. Но, к сожалению, о дальнейшей судьбе Каспалета Улагая нам ничего не известно после 20-го года. Говорят, удалось ему эмигрировать, и, вероятно, он жил со своим сыном Кучуком Улагаем, скорее всего, в Албании позже. Но об этом ничего не известно. Кучук Улагай, конечно, известная личность. Это тоже такой белогвардеец, это военный офицер, который очень запомнился в истории именно революционного движения, гражданской войны. И позже он помогал королю Албании у коммунистов забрать власть и установить свою власть. При нем, при короле Албании, вот группа их была, таких выходцев из горцев, казаков, белогвардейцев, которые там жили потом, по крайней мере, до конца 30-х годов. Четвертая фигура из оказавшегося на стороне белого движения, это Кучук Натырбов, потомственный военный из махошевских орков, до сих пор сохранился аул Натырбова под Майкопом, это их аул. В войсках на юге России он состоял по ведомству земледелия, и так получилось, что к 17-му году уже, конечно, имел множество наград за участие, в том числе, в Первой мировой войне. В 1908 году на первом черкесском благотворительном вечере он познакомился со своей женой Фатимой Шеретлуковой, будучи Натырбовой. Вот. Ну, еще пока первое время они были в Екатеринодаре, потом он поступил на учебу в Санкт-Петербургский университет и позже с семьей оттуда уже отправился в Читу на службу, в Читинский, Забайкальский округ. Там его брат его отца Шумав был первым русским военным губернатором Монголии. Вообще, но потом большевики расстреляли, правда. И вот до 17-го года он там находился, вплоть до революции. С началом революции он приехал в Екатеринодар. Тоже участвовал в некоторых таких движениях. Здесь, в основном, по военной части, конечно, в белом движении. А в 20-м году его эвакуировали из Новороссийска. Сначала на остров Лемнос, а потом в Париж. А вот семья, у него было уже четверо детей, она вынуждена была с беженцами уйти в Стамбул. И там Фатима до 23-го года находилась вместе с другими беженцами. Но она была вообще актрисой на первых вечерах этих, тоже из такой потомственной военной семьи Суворова-Черкесского аула Натухайской. И вот эти вот как бы балы она там устраивала, эти вечера красивые, вот эти вот национальные черкесские, продолжала устраивать. Там ей помог им женщинам, вот эти женщины обратились, которые актрисы, к турецкому султану, он выделил им летний домик свой, вот они там жили так впроголодь, ну, как бы устраивали там все равно вечера вот эти красивые, аристократические. И однажды туда пришел адмирал Бристоль, американский адмирал, посол тогда был в Турции, и он как бы впечатлился ими очень сильно, вот этим вот видом этих балов, и предложил им мигрировать в США. И вот они собрались, она еще двух сестер с собой забрала, и они уплыли в Нью-Йорк, а потом туда также отправился и ее муж Кучук Натырбов. Вот они в Нью-Йорке воссоединились, и в 25-м Кучук Натырбов умер. Причем вот Натырбовы, в принципе, их семейство являлось одним из первых, кто вообще первые эмигрантов черкесов в США на тот момент. А Фатима стала швеей, очень много работала, стала шить для артистов вот эти вот костюмы, продолжала там устраивать вечера. И как-то вот влилась в элиту американскую, очень разбогатела вместе с князем грузинским в эмиграции Седамоном Эристави Георгием Дмитриевичем. Они организовали такую кавказско-грузинскую черкесскую общину в Нью-Джерси. И вот она по сей день, эта община, существует.
Кстати, там еще жил двоюродный брат их, Кучук Ислам Гереми Шоостович, тоже эмигрировал в США, умер в 1932 году. Пятая фигура, которая нас интересует, тоже очень яркая, такая, такой представитель интеллигенции черкесской, это Айтек Намиток, который участвовал в этих курсах кадетских, учительских. Почему это яркая фигура? Сам он родом из Понижука. К 16-му году Айтек закончил тоже юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В принципе, очень была такая престижное училище на тот момент. И с началом февральской революции он активно занялся политической деятельностью, общественно-политической. В 17-м году стал депутатом Временного правительства. Приезжал в дикую дивизию, агитировал ее не выступать против правительства Керенского. Но позже вынужден был оттуда уехать. Приезжает он в Екатеринодар, становится депутатом и министром юстиции в Кубанской Раде. И принимает участие в переговорах. И вот так получается, в какой-то момент Кубанская Рада выделяет такую делегацию, в которую входил, в общем-то, и Быч, Лука Быч. И вот Айтек Намиток отправляется в Париж, на Парижскую конференцию, целью которой была договориться с официальными представителями Франции о признании независимости Кубанской области. И вот эта делегация, она вызвала раздражение у Деникина, ну вообще в принципе у верхушки всей Белой армии. И пока они находились там в Париже, вся эта делегация, здесь Кубанскую Раду белые разогнали. И они вынуждены там, ну они оказались заблокированы во Франции и так и остались там. А вот первое время он, Айтек там участвовал с эмигрантами уже в 20-е годы, когда очень большая община мигрантская, казачья, черкесская, она казачьегорская даже шире, она образовалась в Праге, в Чехословакии, и там же и остался Федор Щербина. И вот там вот все вот эти движения происходили, там миграционные, там какая-то бурная общественная деятельность шла, вот он, Айтек Намиток, участвовал в них, но потом потихонечку стал отходить, тем более там произошел раскол между казачьим и горским движением, а он как бы решил уйти в образовательную сферу, и он в Сорбонне поступил, в Сорбонне учился, потом там же остался преподавателем, позже там занял должность профессора. Уже в предвоенные такие 30-е годы, вот перед Второй мировой войной, Айтек Намиток переехал в Стамбул как профессор французского языка, вот, и устроился в крупнейший турецкий университет и одновременно был членом Института по изучению народов СССР в Мюнхене. Ну, получается, про немцев. Выполнял в Стамбуле общественную такую большую работу. Долгое время руководил Северокавказским национальным центром в Стамбуле. И в это время писал свои этнографические труды. Айтек Намиток, одна его из таких вершин его творчества, это книга «История черкесов», которая была написана еще в 1939 году на французском языке, а в 2004 году вышла она в Стамбуле, уже на турецком ее перевели. И вот он умер в Стамбуле в 1963 году. Шестой, которого хотела бы отметить, представитель черкесского общества, это Мурат Гатагогу или Хатагогу. Ну, о прошлом ему мало известно. Известно, что в 1917 году он уже был участником первого свободного съезда народа в Кубанской области, Черноморской губернии. В 1919 году стал заместителем председателя Кубанской Рады, то есть уже уважаемый человек был в то время. И вот при разгоне Кубанской Рады там был один из представителей делегатов, которых белые выслали в Турцию. Они приехали в Стамбул и оказались там заблокированными, потому что Антанта их оттуда не выпускала. И вот среди них был Мурат Гатагогу. Но он оттуда пытался всячески помочь горцам, помочь. Когда уже дело шло к концу гражданской войны, когда вот белое движение, его отсекали к побережью, в беженцы шли массово, там возникала такая угроза, что будут тотальные резня горских аулов большевиками. Он обращался активно в Антанту, писал, чтобы ему позволили, чтобы его выпустили из города. Тогда в Грузии организовался вот этот центр, эвакуационный центр, так скажем. В Грузию именно стекались тогда эмигранты, кубанцы и кубанские казаки и горцы. И вот он туда сумел выбраться. Но дальше его на родине не пустили решать на переговоры. То есть он так и остался в Грузии до самого конца вот гражданской войны. Потом уже, когда выпустили из Грузии, они дальше разъехались обратно. Он вернулся уже не в Стамбул, он приехал в Прагу и стал, ну, как считается, лидером, организатором эмигрантской общины в Праге. Издавал там журнал «Кавказский горец». И есть даже письмо, как он обращался к Федору Щербине. А Федор Щербина уже отвечает ему, как бы уже Федор Щербина его считал уважаемым человеком, Мурат Гатагогу. Он обращался с ходатайством за какого-то черкеса. Там дело в том, что в Чехословакии были курсы для горцев,
и для, ну, это курсы для казаков, устроенные Щербиной при Украинской господарской академии в Фудебрадах. И он там был профессором Щербина, а Лука Быч там, представьте, Рады стал ректором. И вот он за одного горца там писал, чтобы его там приняли, в общем-то, в эту академию. Значит, следующая фигура — это у нас Султан Давлет-Гирей. Я уже упоминал о том, что он считается родоначальником адыгейского театра, первым сценаристом. Султан Давлет-Гирей — это дальний родственник этнографа Султан Хан Гирея, тоже из такой военной семьи. Он вырос и обучался первые годы жизни в Египте, в египетской школе при султане, там у него родственники жили. В 14 лет он вернулся из границы на Кавказ, но получает он, значит, чин корнета, и его направляют в Константинопольское кавалерийское училище в Турцию, где он оканчивает учебу и поступает в турецкую армию на службу. Ну, там работает в качестве русского разведчика. И вот до 1898 года он там прослужил, потом он отправляется в путешествие по Европе в течение 3 лет, до 1901 года, изучает там литературу, языки, историю, возвращается в Кубанскую область, где начинает заниматься историей, этнографией уже своего народа. А в 1909 году происходит определенное событие в Турции, он, как бы, которое касается его семьи, и он пишет заявление императору о том, чтобы отправили его, выпустили его туда, пойдет служить в турецкой армии, помогать своим соотечественникам. Его отпускают, он приезжает туда, значит, поступает на службу опять в турецкую армию, но там уже условия изменились, его начинают всячески не доверяют ему, подозревают во всем как шпиона. И он, как бы, вот, отмечает, что в таком недоверии ему сложно там работать. Снова повторяет тот же трюк, то есть уходит с турецкой армии, опять путешествует по Европе, изучает все и возвращается уже окончательно в 11 году. Значит, становится членом ряда вот культурно-просветительских обществ, входит в благотворительные общества, вот в черкесское благотворительное общество в том числе. И в 14 году как раз-таки на втором черкесском благотворительном вечере, более масштабном, где собирались деньги на вот как раз школы, там он проводил постановку первую театральную на основе повести «Наезд Кунчука» Султана Хангирея, своего дальнего родственника. Считается, что отсюда именно начинает свою историю адыгейский театр. Он впоследствии также как бы с Турцией не разрывает, он пишет докладные записки императору, там, допустим, что в 12 году пишешь, до 12-го, точнее, пишешь, что все вот ему нравится в Турции, как с черкесом относится, все хорошо, положение у черкесов, а потом происходит в Турции изменение политики, без суда казнят там черкесов-генералов, и он уже пишет другие записки, что Турция уже плохая, а в 14 году, когда Турция уже как войну объявила, то, ну, естественно, как консультант выступал в этом случае. Доклад обширно писал войска в Российской империи. Продолжает он такую общественную бурную деятельность. С приходом революции, тут надо понимать, что вся семья его – это офицеры. То есть все его братья, все вот это служилые люди, которые всю жизнь свою посвятили Российской империи. И в 18 году султан Хангирей оказывается в очень плохой ситуации. Значит, в самом марте 18 года схватили большевики в горячем ключе, перевезли в аул Габукай и там закололи штыками вместе с 180 горцами, которые выступали в защиту его и еще там несколько. В общем, там габукайская резня была очень жестокая достаточно. Показательно, что не только он так пострадал. У него было еще три брата, ну, два брата и один тоже дальний родственник. Второй брат Султан Крымгирей, тоже достаточно образованный человек, очень был, много писал, как этнограф, как военный очень сильный был, огромное количество медалей у него было. Султан Крымгирею повезло хуже, когда он пробивался из Туапсе вот сюда, ближе к адыгейским аулам на помощь своим. Его также схватили большевики, его долго пытали, а потом сожгли. Потом та же участь постигла его второго брата Магомедгирея. Третий брат Каплан, Султан Каплан Гирей, был захвачен в хуторе своем за Кубанию и там также зарублен. И остался только один родственник, Султан Кылыч Гирей. Такая необычная фигура, это участник первого ледяного похода, это один из активнейших борцов в Белой армии, командир черкесского конного полка из аула Чхенджи, который воевал до самого последнего дня. То есть, когда уже все мигрантское движение разбито было, когда уже из Крыма эвакуировались, он еще несколько лет практически возглавлял партизан в горах туда, вот Карачаево-Черкесии, туда вот, Сочинского района, бело-зеленые партизаны, с которыми постоянно воевал, снабжал там оружием, деньгами.
то есть помогал всячески. И до последнего он там держался, только в 21-м году он вынужден был эмигрировать во Францию, но там он тоже не оставил свои идеи. В 30-х годах он нанялся к немцам, командиром кавказских национальных частей германской армии, как генерал-лейтенант, и провоевал на стороне немцев вот всю войну практически. В 45-м году англичане выдали его из СССР, где в Москве в 47-м году произошла такая большая показательная казнь его, которую снимали на видео, как нацистского пособника. По белому движению хотелось бы отметить еще нескольких людей, которые, ну, не то чтобы связаны с белым движением были, но как-то так умудрились, как первые годы, с ним уживаться. Во-первых, это выпускник черкесских курсов, вот этих, Ахмед Бекух, сын эфенди Исмаила Бекуха. Он считается создателем первого адыгского алфавита на основе арабской грамматики. На основе его вот этого вот алфавита печатались первые газеты первое советское время, адыгейские именно газеты. В 18 году вышел в букварь его и книга по истории ислама. Позже Ахмед после своего отца стал в ауле Эфенди, тоже занял пост, но вынужден был со временем эмигрировать в Турцию, как и его, вот, скажем так, коллеги Эфенди Камбалет Джигаков, тоже участники черкесского общества, который уехал в США. И это было связано именно с религиозными притеснениями в советское время, когда этих духовенств разгоняли, мечети переоборудовали в больницы. А вот его коллега один Бекух Меджид, он остался в России и позже умер в ссылке в Сибири. А теперь вот рассмотрим другую ситуацию. Это красное движение. То есть те, кто остался советской властью. Таких было не очень много, ну, рассмотрим, да. В первую очередь, главный наш герой Сефер Бесеюхов, который, несмотря ни на что, с революции продолжал вот эту тянуть свою идею обучения своего народа дальше. Именно ему удалось вот эти наработки черкесского благотворительного общества как бы перетянуть в советское время и использовать их для того, чтобы все-таки достичь своей цели. Как я уже говорил, почему сомнение вызывает то, что он в Кубанской Раде был. Сеферби сам рассказывал в автобиографии, в многочисленных источниках о его жизни написано, что с 18 года он активно сотрудничал по черкесским делам с военно-революционным комитетом советским. И параллельно вел работу в комиссариате по горским делам, издавал политическую учебную литературу на черкесском языке. То есть даже вот в самые сложные годы он продолжал заниматься этим народным образованием. В это время организовалась группа таких идейных бойцов, которые боролись именно с белой агитацией. В нее входил Сеферби Сеюхов, а также выпускники черкесских вот этих курсов. Это Асланбек и Юнус Бжасо, ну и другие деятели. Это будущий знаменитый писатель адыгский Ибрагим Цей, Крымгирей Шехов, Кабатыр Хуашев, Меджид Джамирзе, Едыдж Гатагогу, который один из участников главных курсов, Саид Хатанов и Кучук Чапаров. А, Дауд Гутикулов еще забыл упомянуть, и Калмыкову. И вот в 18 году эту группу белогвардейцев выявляют и приговаривают к расстрелу. Но они вынуждены скрываться в горах были несколько месяцев. Потом аульские вот эти старшины ходили к белым, постоянно за них там выпрашивали. И в итоге как бы им, ну, помилование выпросили. То есть они вернулись в аулы. Ну и как бы более-менее тихонечко себя провели до прихода советской власти в 20-м году. И вот тогда Сеферби включается в активную политическую деятельность. Вместе с Шахангиреем Хакурата, а он его стал заместителем, они начинают активно лоббировать вот это создание адыгейской автономной области. Он ездит в Москву, там вот эти все проекты организуются, лоббируют, там межуют землю, определяют границы. В общем, активная деятельность горского исполкома не только Шахангирею Хакурате посвящена, но и Сеферби Сеюхову. И вместе с ним, ну, тут надо понимать, что такое несколько честолюбие некоторое было у Шахангирея Хакурате, который как-то старался потом со временем выставить больше себя главным. И вот тогда же в качестве председателя он работает в новой области, занимает как бы должность заведующего еще и отделом народного образования. В 28-29 годах только его перевели уже на должность директора Майкопский педтехникум, где он там тоже продолжал составлять учебники, первый вот свод такой науки истории Адыгеи. Но вот именно благодаря ему проводится активная работа по постройке школ, по массовому внедрению образования, по отбору учащихся для отправки их в вузы там, страны. То есть вот эта вот огромная работа, которую чаще пишет Шахангирей Хакурате, как бы о своей деятельности, относится в том числе и Сеферби Сеюхову. И ведь действительно, благодаря вот этой вот мощной работе, к 30-му году Адыгейская автономная область, как писала сама Крупская, она стала
первой в стране по уровню образования. Все стали образованы. То есть это самая необразованная масса была и стала самой образованной в течение там, буквально 30 лет. По уровню образования выскочила она в среднем, как в Великобритании. Ну, в это время, вот, будучи в педтехникуме, он еще организует курсы первые, этнографические, собирают они фольклор, там, то, что в то время Лавров уже работал по шапсугам, собирают вот эти сборники по черкесам. В 30-м году Сефербис Юхова, как научного сотрудника, оформляют в Государственный музей Абхазии, и вот там его настигают репрессии, его обвиняют в так называемой статье буржуазный национализм. При этом как бы в это время происходит пик карьеры Шахангирея Кокурата. Его никто не трогает до самой смерти. Тут можно задать несколько вопросов. Как бы он, так, получается, отдалил его из автономной области адыгейской, его как бы переместил подальше от себя. 3 года он проводит в заключении, а с 1934 года его ставят инженером по труду на стройках Цимлянского водохранилища и Беломорканала. Вот на этих стройках он провел до 51 года. Это почти 21 год. Только в 51 году он возвращается в Краснодар. А реабилитируют его только в 60 году. И годы репрессий Сьюхов воспринял очень тяжело, депрессивно, поскольку как бы искренне доверял советской власти. Действительно, вот работу считал важной очень. И до конца он так и не принял вот этого. То, что как поломали ему жизнь. Ну и в Красном движении отметим несколько еще личностей. Вот тот же Гатакогу Ядыдж, которого я уже упоминал. Известно, что он был эфенди в Шинджие. Вместе с братом купцом Меджидом участвовал в группе Сефербе Сиюхова революционерами, но был убит в 18 году в ауле Шинджи. А другие его коллеги, тоже эфенди, это Магомед Савмис, Джанхот Хатков, Мишеос Набоков и Сагид Барчо, участники вот этих вот черкесских благотворительного общества. Это эфенди, ну, так называемые прогрессивные группы. Уважаемые представители духовенства, которые считали, что школьное образование нужно проводить. И они остались как бы в России, попытались проводить вот эту осторожную политику. Допустим, эфенди Джанхот Хатков в 20-е годы ездил активно по аулам, агитировал собирать деньги на постройку школ. Магомед Савмис, будучи кадием, приглашался работать в Народный суд области, давал там консультации по делам шариата разного рода. Ну, больше года там не продержался, его как социального чуждого выкинули из этого народного суда. Участвовали они в Кахакуринском съезде в 22-м году. Ой, точнее, в 18-м году там тоже выступали как прогрессисты. В 22-25 годах проводили коммунистические съезды в Олихатукай. Коммунистические, заметьте, да, духовенство проводит. Там, в общем, коммунисты обратились к ним с вопросом, что как-то надо вот порешать, как бы привести советскую власть к Корану, к нормам шариата, чтобы как-то там найти какие-то нормы, чтобы вот объяснить населению, что это вот правильная власть. И вот они, да, толковали там по нормам Корана, что вот советская власть правильная. Ну, как-то вот советская власть не сильно довольна осталась. Ну, не было сил тогда, не было как там каких-то идеологов тогда еще, которые могли бы работать так активно. И последний съезд в ауле Адами в 25-м году произошел, где раскололись они на прогрессистов и реакционеров. При этом, как говорят, младшие кричали на старших, там совершенно хаос творился. И вот этот раскол им воспользовалась советская власть и начала репрессии в отношении мусульманского духовенства. Начали закрывать мечети, переоборудовать их в больницы, сбор, вот этот закят, так называемый, сбор для помощи бедным, нуждающимся, которые собирали мусульмане обычно, его перестали собирать, и все эти сборы пошли не на помощь бедным, а на покупку тракторов там, и прочего. То есть вот прогрессисты вот как раз и выступали, вот это, отколовшиеся за то, что надо все советской власти отдавать. И вскоре этих эфенди всех лишили избирательных прав, а это фактически как изгои в обществе. И вот, допустим, Магомед Савмис после этого был еще какое-то время комитетом депутатов трудящихся, но в 33-м году его сослали в Сибирь. Ну и, в принципе, за ним пошли все остальные в Сибирь. Большинство были репрессированы и не вернулись. А мечети были закрыты, арабский язык запрещен к преподаванию. И на этом все закончилось. Ну и рассмотрим несколько фигур, которые остались как бы вне сторон конфликта. Ни с белыми, ни красными они не получились. Они как бы такие непонятные их судьба, на самом деле, такая неясная. Ну, главное, это Батырбек Шарданов, который, в общем-то, главный председатель, да, в первом случае, во втором. Очень обеспеченный человек, железнодорожник, благодаря которому в Краснодаре у нас и вокзалы существуют современные. Ветка Владикавказ была построена при нем активно.
В его доме галерея Коваленко сегодня находится в Краснодаре. Вот сам по происхождению он был из Шардановых. Это семья, которая по линии Эфендии Большой Кабарды 18 века, Шардана Хаджи Магомеда. И вот он как бы, да, поступив учиться, его, ну, после обучения как железнодорожник его мотало там по разным регионам. Он в Краснодаре был, и в Кабарде был, и в Крымском районе служил, ну, в разных точках. Ну, окончательно как бы осел в Екатеринодаре. За время работы вот он, ну, главным инженером железной дороги до 17 года он еще и успел написать несколько там статей по истории быта черкесских народов, выступая за единство его с Россией. И активно участвовал в этом обществе, в том числе обществе по распространению технических знаний. И вот что известно о нем, что случилось с ним? Он не стал участвовать ни в каких общественно-политических движениях. Он, говорят, как бы, что он успел эмигрировать, хотя это не точно, в Турцию. Но дальше его следы теряются вообще полностью. То есть вот это загадка самая, этот человек. Брат его, Шарданов Берта, которого я упоминал, который в Терской области был, он по военной службе пошел с 1909-1914 года. Он проживал в Екатеринодаре, потом в Нальчик перебрался. Участвовал в Первой мировой войне, был делегатом учредительного собрания в 17 году как раз от того Нальчикского округа. В первом кабардинском полку он сражался. И после войны он как-то вот после всех этих сражений... И он ушел с деятельности, просто занялся сельским хозяйством тихонечко, там себе никого не трогая. Но не получилось. В 28 году его все-таки расстреляли без права реабилитации. На Армавирской почтово-телеграфной станции работал... с 1891 года брат Батырбека Шарданова, коллежский секретарь Асхат Шарданов. Второй двоюродный брат Муса Шарданов умер еще в 1890 году, тоже подпоручиком в Лабинском регулярном эскадроне был. А в Крымском районе у него были два тоже родственника. Значит, один Флюстамби Шарданов наряду с Собрау Дюрсо владел вторым крупнейшим имением винным Джанат. Он учился виноделию во Франции для этого, в провинции Шампань. И считается, что марка вина Шардоне, иногда думают, что это какая-то связь с Шардановыми тут. Но на самом деле это чистое совпадение и удачный рекламный ход. В Анапе также успешно выращивал марочное вино Шардоне Фанагорийское, Якуб Шарданов-младший. Что касается сыновей Лютрахова, Гамида и Меджида, они также эмигрировали. Гамид Рахов в свое время окончил тоже Санкт-Петербургский институт путей сообщения, как и Батырбек Шарданов, работал инженером-строителем при Кубанском областном управлении, а Меджид получил высшее образование там же и состоял членом, почетным членом попечительного кубанского войскового приюта для девиц. То есть они также активные участники черкесского благотворительного общества. В 2020 году оба были вынуждены бежать в Турцию, при этом предварительно хитро успев продать часть своего имущества некоторым купцам, у которых уже в свою очередь реквизировала их советская власть. Ну и вывести успели они капиталы значительные за рубеж. На эти капиталы семейные, финансовые, они и жили дальше. Известно, что вот в начале 20-х годов они просто жили, ничем не занимались, транжирили деньги. И также известно, что их родовые линии прервались. По данным Энвера Трахова, потомка племянника Лютрахова Гучеслава по материнской линии, дочь одного из сыновей, вот одного то ли Гамида, то ли Меджида, она, то есть внучка Лютрахова по прямой линии, она погибла во время бомбежки Парижа в 40-м году. Важно помнить, что идея сама спасения черкесов Кубанской области, идея их включения вот в современную именно цивилизацию через массовое образование народное, от начала и до конца она идея именно Сефербесиюхова, которую поддерживали многие участники, инициаторы. Но каждый из них пошел своим путем. Один Сефербесиюхов, он от начала и до конца вжил в этой идее и пронес ее сквозь года. Как я уже сказал, да, к 30-му году Адыгейская автономная область считалась самой образованным регионом страны, что, в принципе, говорит о том, что он оказался успешен, Сефербесиюхов, в достижении своих целей. И благодаря ему удалось сохранить и приумножить опыт черкесского благотворительного общества начала 20 века и воплотить в жизнь и эти вот идеи этого общества уже при советской власти. Так черкесы за Кубани, собственно, сохраниться сумели как этнос внутри Адыгейской автономной области. Так у них появилась своя первая интеллигенция, артисты, писатели, режиссеры, поэты, художники, достижениями которых пользуется сегодня все человечество, по сути. И по сей день это вот этот как бы заряд, он
продолжается в развитии интеллигенции черкесов, именно Адыгеи уже, республики Адыгеи. На этом все. Этот выпуск закончился. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии, понравилось вам или нет в таком формате статья. Пишите, возможно, что вам интересно, еще подумаем вопросом подготовки материалов. Делитесь с друзьями. Не забывайте помогать развиваться каналу. Ссылки на виды помощи есть в описании к этому ролику. И до новых встреч. Всем пока.